С наступлением весны, тепла, значит, несчастные случаи не заставляют себя ждать. Так, 14 марта на территории нашего района произошел трагический случай с жителем города Мозыря 84 года рождения, который отправился на рыбную ловлю за тон в деревне Загорины, значит, на резиновой лодке, где он перевернулся, попал в холодную воду, значит, и не смог выплыть и утонул. Человек утонул, это случилось 14 марта вечером, и уже утром 15 марта отец и очевидцы обнаружили лодку на данном затоне и прибыли на место происшествия. Уже водолазно-спасательная служба, и, к сожалению, из воды был извлечен уже труп. Поэтому мы в очередной раз напоминаем жителям соблюдать правила безопасности, тем более, что у нас впереди школьные каникулы, а это дети, категория населения, которая не защищена, и, как правило, она более всего подвержена опасности, тем более, что в 2014 году у нас участилось количество гибелей детей на водоемах Гомельской области практически в 2 раза. Поэтому мы призываем родителей, значит, педагогический коллектив, чтобы была занятость, контроль над детьми во время школьных каникул, потому что вероятность травматизма гибели на воде возрастает в разы.